ты тут поплав сказал третий курс, блядь, так что не пизди ты нахуй. А ПТУшник сказали, да? ПТУшник у тебя в трусах, нахуй. Как это? Я говорю, что у него просто больная тема, как бы между ног. У него не встает, и тому он говорит, ой, у тебя между ног. А у тебя больная тема про шлюх, это означает, что ты шлюха? Сказал, у тебя что... больная тема про поинблэк, значит ты не бредит. Что... А? Это... Нет, про шлюх это значит, что ему никто вообще не дает. Он сам просто шлюха стоит на окружную ножку держит. Вы слышите? Да, и никто его не берет, даже друг... за самый лучший день, если он сам плачет. А шо, все. Ксения, я вам сняю, как два школьника общаются, вот, слушаем. Как видите, мои дорогие, только что была беседа между двумя школьниками. Что? Эти шутки не понимают, но это их общий язык задрот. Иди, блин. О, вы слышите, как птичка гаркает? А ну, Витёк, ещё. Дурная. Дурная, а это типа дурно. Так, давай пиши мне завтра. Что географию? Пишу сам. Мам, я завтра буду писать, мама. Не надо, чтобы Юля, Влада писать. Да, да, да. Я завтра, мам, я завтра напишу. Короче, она возьмёт его, блядь, вместе с процессором. О, Максимка, Максимка, мы... Машара, ротяку закроют, а я тебя нахуй найду. Максимка! Это нахуй знаешь, что ты здорово! Я, блядь, школьник, нахуй, заебал, лошадка. А я, блядь, нахуй, я тебе говорю, третий курс, блядь, нахуй. Продавал. Ты там Поплавского, лошадка. Максим, маленький босс, что нервничает. Все, Максим? Максим Стас. Ты позакрывайте! Твоя мать шлюха. И знаете, как она орёт. Ура! Ты придурочная? Придурочная? Ты на маме или? Это я тебе, нафиг ты, блин, на маму гонишь его. Ты пила на твою? У меня ничего не репит, придурок. А у нас репит. Ну чё, пропердился? Это не я! Потуши! Что у тебя когда идёт звуки, дебилина, ты тупая? У тебя когда идут звуки, у тебя твой этот дебильный, блядь, крутой смайлик. Для общения школьников. Вася, и воруй помидоры, пожалуйста, чтобы вообще никто не ругал. Подарок, подарок. А, кто ты, орк? Не понимаю. Все. Эльф, иди, сука, в линейку играй. Так, ты в линейку играешь. Смотри, блядь, нахуй, пропиши, блядь. А, пробью. Пропиши, башни, тупо, блядь, с такими там... 80, блядь, этого уровня. Так, Максимка, продолжай. Витёк, ну ё! Я вообще ничего не делаю, что дебилы. О. Ну тебя репит, выкупаешь? Сейчас вы слышите, что школьников среди банды непонимания. У одного человека глючит, но они никак бы не водовестись не могут. А это опять была шутка? Я просто не услышал.